24 апреля по всей стране пройдет Всероссийский субботник, а в нашем городе Сергей Кутенев проведет во второй раз экологический квест «Чистые игры». «Чистые игры» – это социально-экологический проект по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории. Простая игровая форма, хорошая организация, применение современных мобильных технологий, таких как геолокация, онлайн-рейтинг участников, делают эту игру необычной и интересной. «Чистые игры» – уникальное мероприятие, участники которого в формате веселой игры очищают леса, улицы и парки от мусора. Мусор здесь – ценный ресурс, его можно обменять на баллы. Команда, собравшая большее количество баллов, становится победителем. На проведение «Чистых игр» – весенний кубок чистоты – в нашей стране уже подано 65 заявок из различных регионов. И очень здорово, что и жители нашего города поучаствуют в этом замечательном мероприятии. В этот раз данное мероприятие будет проходить на двух площадках – Медведевский лес и Левый берег Оки. Организатором выступает Сергей Кутенев, председатель попечительского совета Социально-культурного фонда развития и инноваций. В этом году мы решили расширить масштаб этого проекта. И я уверен, что количество участников, добровольцев будет увеличиваться. Очень важно привлечь к этой проблеме как можно больше жителей по вопросам экологии. Приобщить к культуре бережного обращения к природе и раздельному сбору и переработке ТБО. Ведь чистый орел начинается с каждого из нас. Мероприятие будет проходить в формате спортивного праздника, где помимо квеста участников ждут конкурсы, пикник и музыка. А для победителей приготовлены ценные призы и подарки от партнеров и спонсоров. Приди, очисти, победи. Наталья Балашова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.